Программой по поддержке местных инициатив решили воспользоваться и более 30 многодетных семей. Другого выхода у них нет. К такому выводу люди пришли еще, когда в прошлом году получили от государства бесплатные земли под строительство жилья. Добраться до них можно было только на бульдозере. Вот и решили на условиях софинансирования многодетные проложить дорогу к своим участкам. Что из этого вышло, расскажем далее. Добрососедской эту новую улицу на карте областного центра назвали не случайно. Появилась она здесь, в Малой Субботихе, только благодаря воле будущих соседей. В прошлом году участки под строительство получили в этих местах больше 30 многодетных семей. Как вспоминает многодетный отец Алексей Поспелов, после визита сюда у многих опустились руки. На этих кадрах видно, какой была эта земля в прошлом году. Мало того, что участки в болоте, так еще и добраться до них не на каждой машине можно было. На легковом автомобиле не проехать. Решили люди, дорогу строить необходимо, пусть если не своими силами, то хотя бы при условии софинансирования с государством. Поэтому решили поучаствовать в программе по поддержке местных инициатив. Для этого им необходимо было организовать территориальное общественное самоуправление. Собственникам жилья это было бы несложно, а вот владельцам лишь болотистых участков пришлось постараться. Мы на тот момент не являлись собственниками жилья, и как сейчас не являемся, да? Мы являемся собственниками земельных участков. Поэтому вот была сложность именно в этом. В администрацию мы обращались, и они приняли решение, чтобы нас зарегистрировать. То есть пошли как в виде исключения. И, соответственно, выдали нам устав, и мы сейчас представляем как тост доброго соседи. Но дело сделано. Проект по ремонту дороги был одобрен. Многодетные семьи собрали 400 тысяч рублей, еще 900 выделила область и 600 тысяч город. Этого хватило на 300 метров песчано-гравийного покрытия. Ну, другого варианта на сегодняшний день я не вижу, да, то есть нужно организовываться и решать такие вопросы именно таким образом. Потому что в одиночку тут ничего не сделаешь. Самая большая сложность – это именно вот собраться и организоваться. Какое-то, скажем, в коллективное, там, да, то есть коллектив собрать своих единомышленников в общество в конечном итоге, чтобы свои интересы, интересы многодетных семей, собственников земельных участков можно было решать. Сейчас в планах у людей принять участие в программе по поддержке местных инициатив, и в следующем году необходимо проложить еще несколько десятков метров дороги. Пока только из гравия и песка, но в перспективе, надеются люди, к своим домам они, возможно, смогут подъехать и по асфальту. Дмитрий Житарчук, Антон Мамаев, Бюро новостей «Давича».